В начале сезона на турнирные таблицы не смотрят, но согласитесь, как же приятно видеть родной клуб на верхних строчках. Пусть и всего после двух отыгранных матчей. Сейчас «Торпедо» числится на третьем месте Западной конференции. Но справедливости ради стоит заметить, что обладатели второй строчки, столичные армейцы, при равном с автозаводцами количестве очков провели на одну игру больше. Так что не будем верить аналитикам КХЛ. Команда Петриса Скудры пока все-таки лидирует в дивизионе Тарасова и идет второй на Западе. Нижегородцы на старте девятого сезона отметились двумя победами. Вторыми под натиском бело-синих пали финские джокеры. С давним соперником хозяева льда обошлись жестко. 3-1. И если в матче и была интрига, то она практически исчезла на 39-й минуте, когда Владимир Галузин при игре в большинстве вывел «Торпедо» вперед. До этого момента соперники обменялись голами. На шайбу Каспарса Даугавинша Хельсинки ответили броском Еси Онсу. Ну а победную точку в матче поставил все тот же Галузин. 10-й номер автозаводцев отправил шайбу в пустые ворота Йокерита за полторы минуты до финальной сирены. Продолжить победный марафон автозаводцы попытаются уже сегодня вечером. В 20 часов по московскому времени на канале ННТВ начнется прямая трансляция из Братиславы, где команда Петриса Скудры встретится с местным Слованом.